Ты тоже меня отскок. Ты есть такая фишка. Взял, прыгнул, блин, и ушел. Есть на тебе метка. Там какой-то человек просто стоял не в метке. Он стоял слева. Получается, сопля прилетела на ход. Люди бежали в ту сторону, и она на ход кинулась нам как раз, блин. Ну, просто какой-то человек не мог ровно встать в ебаный кубик. Так он не кидает две подряд, блядь. В чем проблема встать ровно в ебаный кубик? Объясни мне. Это он говорит про тебя, когда ты вышел один прочитать, почекать. А, так. Значит, еще а ты, нахуй, вообще красавчик. Давай еще ГП мне въеби сверху за это. Ты про что? Я говорю, типа, я не говорю, что ты именно. Я имел в виду этого. Среза. Ну, не Среза, а... Славика. Ну так я с ними разговариваю, ты вообще здесь при чем сейчас? Ну ты на него сейчас косишь, что какой-то человек выбежал, постоял, когда вот в конце метка неправильно кинула. Ты ж про это. Я все рассказал, блядь, какой-то человек не встал в ебаный кубик. Мы выбегали, и нам на ход, блядь, с магом вдвоем кинулась эта ебаная сопля. Мы вдвоем улетели нахуй. Я хочу сказать, что надо стоять в кубике кучно и разливать лужи в одном месте. И не надо, блядь, стоять ни слева кубика, ни справа от кубика. А выносить как раз-таки налево и направо. Вот и все. Ну так... Ну, пример. Я понял. Я не понимаю, ты не понимаешь, о чем... мы как будто с тобой о разных вещах вообще говорим. Ты осознанно тупишь? Короче, я все прекрасно понимаю. На человека вешается, блядь. Он просто разворачивается, выбирает таргет и кидает соплю нахуй. И все. Куда, блядь, где стоял этот человек в тот момент? Блядь, я вижу анонс ДБМа, летит сопля, все, я вышел нахуй. Нахуй я буду смотреть? А зачем мне смотреть за чужими? Зачем я буду смотреть за чужими? Закройтесь, вы уже задрали оба нахрен. Ребят, просто маленько не этом проблема. Почему я должен следить за чужими ошибками? Ребят, да нахуй они мне вперлись? Ребят, вы маленько сейчас не о том спорите на самом деле. Квадрат не в этом, да? Не проблема, народ. Есть метка квадрата. Становитесь и в нее. Ровно в нее. Не рядом, не где-то поодаль. Все в нее. Становитесь, блин. Метка специально стоит, чтобы все стояли там. Не все люди успевают отреагировать вовремя. Не у всех хватает скорости бега, чтобы добежать от метки этой крестики в черепочек. Из-за этого и двое человеком умерли. Вы все должны стоять в сраном квадрате, чтобы успевали все добегать. Даже можете не добежать. На вас крест на Локи сразу же попешьтесь туда. Вы что, прикалываетесь? Это человеческий фактор. Черт, просто не заметил. Мало то, что не заметил, так другие они слаканули. Поэтому не надо на них, во-первых, наезжать. Тут проблема в другом, ребят. Тут дохуя ХП кто-то отхуярил. Почти 10% нахуй. Вот за эти 10% нам нахуй и на все повлияли. Вот тут в чем проблема была.
10% хп отличили просто нахуй. Один человек нахуй отличил 10%. Было 32, блядь, стало там... Или 30 было, стало нахуй 40 с копейками, 40, ебать. Ну, это пиздец. Это дохуя кто-то вылечил. Кристон Бофф. Кристон Бофф. Ну, зачем ты кидаешь ему хп? Ну, это человеческий фактор. Ну, как бы нет. Пускай кидает, все правильно он делает. Ну, блин, а вот человек придет с этой меткой, пройдет другим людям и на них кинется. А что? Вот сейчас мой косяк, ебать, пизда, нахуй. Да я знаю. Блять, близко, наверное, чуть-чуть. Сразу же по аверну сальву отдайте, споры появились. Споры умели. Спора умели. Спору умели, не убейте, не убейте спору. Че, серьезно что ли, блядь? Споры имели, не бейте. Ребята, освободятся сальвы, по аверну зальете. Я сейчас упаду. Сейчас трэш будет, готовьте на пол. Юрчел, о чем проблема? Трэш. Сальву по аверну можно?
На полу ПКД обновляйте. Да, да, ребят. Мак сейчас нахуй сорвет. Быстрее на столовку на пол обновите. Пизда, уронили. Это вайп. Да хуй его знает как. Я хотел Пета сожрать, не успел протыкнуть. Блять, а у меня я на нем все прожимки, нахуй. Вот сейчас вот последняя висела на мне кровь вампира, которая мне хп прибавляет, и реген, нахуй, это самое. И меня уронили под эту прожимку. Ну, блять, как видишь. Там было чуть меньше 30%. А на зубы вообще есть у кого? Кто Рома ДЦшник у нас? Ну, Пушин тебе даст зубы в тот момент, когда трясет элементаль и этот бирсус выключает. Да тут даже не в массакрах, тут соло можно кинуть, похуй, типа. Ну, то есть, я тоже про анонсы, когда он берется там включат, и менталь есть, что ты точно там будешь жив. Надо, я сейчас таки сделаю, если что. А там два человека хорошо подхиливали босса прям. Я не знаю, я не смотрел, я не до этого. Я Woman смотрю в этот момент. Только крест появляется. Крест. Так. Череп. Похуй, три паладина, сейчас через сокру будем играть, нахуй. Да про анонш, про анонш. Владимир вылетел.
Не, да, тут надо на этом мобе сейвить, пиздец. У Миши мана летит нахуй на этом мобе. Я ебу, короче, нахуй. Вот именно на нем. Когда моб вылазит, они уже вдвоем начинают. Там пиздец, нахуй. Надо сейвить Мише ману, нахуй. Прям жестко, блядь. Сейчас, нахуй, все. Сейчас все замутим. Сколько там зубы работают в секунд? Сейчас. Ребят, я скажу, кому что кинуть, просто наготове. Да? Телдрин, Арстайл, потом Ладомир будет по сакре. В зубы уже крайняк. Все, полетели. По Аверну сальву заряди, Телдрин, пожалуйста. Арстайл, пожалуйста. Сальву по Аверну. Миша, дай по сальву по Аверну. Прожмусь. Понял. Там Аверн. Если что, в стелс уйдешь, я скажу. Прожмусь. По Аверну сальву скиньтесь. Готовьте на пулы. На пул меня фул отдавайте. Телдрин, сакрус дай по мне.
пэтов своих переключите на трэш, на элементале. Прожимаю, сакру по мне, сдай, расставил. Вырос, пидорас. Так. Живем, нахуй, хилимся. Миша, сакру по мне сдай. Прожмусь. Элдрин Сакра откатится, бабл появится, кинешь и так по очереди делаете. Надо сейчас ману Миша сохранить, которой нету, но. Это сожрал. Отбежал. Не прохили его нахуй. Сокрус дайте, очень прошу. Какую-нибудь нахуй. Два восемь ляма, ребят, не прохильте его, очень прошу. На все бабки не умрите только. В пизду нахуй. Я курить пошел. Ну, тренька до кастера. Заебись. Сука, лучше перчатка выпала нахуй. С двумя сакетами желтыми, блядь. Да, Триня, ты охуенно на фарик фаера, нахуй. Только ты это, Аверн, если сейчас сролишь Триню, ты нахуй вот эту... Да, на любом костру. Потому что потестируй, как она будет работать, нахуй. Да, на любом костру. Thank you.
А кому вы Триню отдали? Не-не, Верну она в эту, блядь, нужнее будет, нахуй. Надо, скорее всего. Не, она и сове охуенно будет, любой, кстати, нахуй. Аверн, ты только ту не выкидывай никуда. Ну, просто, блядь, это, потестируй, посмотри. Не, ШП не канает, допустим. Леонар, прошу тебя, даруй свое благословение. Да не канает она нахуй ШП. Иди в баню, на. Что, запустить? А, запустили. Локи, у кого есть афлик спеки, тот топчики, нахуй. Откуда нахуй? Ярослав, успокойся. Угу. Я в курсе. Ребят, кто теряет много здравомыслия, смотря на босса, либо лучами, короче, там, да, лучами избегайтесь обязательно. Зеленые эти, заходите, столбы появятся зеленые возле хранителей, короче. Здравомыслие пополняет. Лучи избегаются обязательно. Но. А кто в комнату идет? Точнее, в портал. Антон уже скинул, она в этом в чате вообще. Да. Общий чат.
заговорем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Щадите их! Бейте без промаха! А он нагро на мне бежит к вам. Лечу, лечу. Дебафы снимайте. На той стороне щупальца большая, маленькая. А хил тут есть в комнате? Зашибись. Бать, сбейте, там чувак наш стоит, это нахуй. Рога. Трепещите, смертные. Конец близок. Большую забейте. Что, все, хуйня? Ну, он же один. Задохнитесь собственной ненависти. А, понял. Конец близок! Безумие поглотит вас!
бессилие. Трепещите, задохнитесь собственной ненависти. Кинь одного хила туда в портал, мы не делаем плюс 0. Но мне надо быстро все это написал минуту АФК. Чё, блядь, фласка закончилась, что ли? А я, походу, вылетел нахуй вообще. Заебись. Хорошо. Нет, я только вылет происходит. Ну, я фласку хотел ханту дать нахуй, а, короче, у меня эта фласка нихуя не разделилась. Я... По-любому, блядь. Во, все заходит. Одуплилась нахуй. Не дели, отдавай весь стак. Чего у тебя там есть? По губе нахуй стаком фласок. Как заебись, жена огород пошла поливать. Я Вовку ебашусь, но. Не жись, а кайф, блядь. Пускай хуярит, блядь. Не, ну я с детьми типа сижу, блядь, он у меня младшая. Эй, блядь. Не, ну, блядь, тоже как бы работа, я ебу, нахуй.
8, которая на улице лазит, блядь. 4 тут рядом бегает. Не-не. Ну а что-то у кого-то подобное, блядь, я слышал, было нахуй. Сына фармер, да? Заебись. Сбейте у этого, которого бьете. На хули. Ребят, кучкой надо держаться, а не нигде нахуй, кто хочет, блядь. Сбежались, нахуй. Отойди! Ёбаный милик вот этот вот, а нахуй. Кисти Тайсон, ёбаный, блядь. Ты понял вообще, что ты сделал сейчас? Хуй ты чё понял, блядь. Док только понял один, что он сделал, нахуй. Он, короче, когда подбегает два милика, нахуй, к щупальце, он начинает ебашить вообще дико, нахуй, щупальце. Но. Этот, блядь, подбежал, нахуй, и пиздец. Выходим, 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 выходим. Трепещите, смертные. Конец близок. Ебать. Кто-нибудь позабывает. Что, блядь, происходит, нахуй? Ебанулись, что ли, блядь? По двое к большому подходите, блядь. Танк один подходит и сбивает каст. Все, нахуй. Милики бьют, нахуй, только большие, только маленькие. Все. Просто мы так, блядь, в десятке с догом вдвоем тоже подбежали, ебать, я смотрю, по 20к, нахуй, раз в секунду, ту-ту, Ладомир, блядь, аж не знает, как меня прохилить, ебать. Док лег. Алло, вы, милики, вы что, тупые, вы что, не видите, что есть большая такая херня, блин, и маленькая?
Ну, маленького милики может бить, блин, а большой только РДДшники. Все, ваша задача на этом все. Больше не надо бить большого. Большого можете бить только тогда, когда он замедлен. То есть вообще не двигается. И то вы должны слышать, когда выходят с комнаты, то и тогда уже отбегать от этого большого. А лучше вообще не бейте. Да. Что делать? Ну, те, кто пусть знает, пусть не бьют. Те, кто не знает, лучше пусть ходят там где-то в сторонке подходят. Я когда я говорил, нихуя, да, непонятно. Блять, у нас много новых тут. Понярка жапа, нахуй. А кто нарко жаба? Кобылка покидает гильдию. Кто это нахуй? Кто? Чё это за наркожаба? Кто это? Наркожаба. Ренат. Попал. Попал. Блять, я буду нахуй это жалеть о такой потере, блять. С ПГР уже давно нахуй закрыли, блять, этот сраный контент, нахуй. В 25-ке, блять. А там гильдия, нахуй, ДПСа, такого, как у нас, и рядом нету, нахуй. Мы хуйней занимаемся, блять. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Да, у них такая же там хуйня, блять. Ну, что-то у Лока, оно хуёво, говорит. Под выход Ика, нахуй, да? Или в ЦЛК, блядь, только пойдем бить, нахуй. Ну, а чё нет? В смысле, блядь, не восприимчив? Ты чё, конченый, блядь? Так, у нас Вася в рейде, нах. Ладно, промолчу тогда, нах. Да я не про то, блядь. Это я понимаю, что он нормальный. Я маленько про другое, блядь. Лови тут сзади тоже. Кого бьете, ребят? А... Нет, ну в луже не купайся. Вы чё, ёбана в рот, суки, бля? Дальше, блядь, вперед, пробегите, ну ёбаный в рот, чтоб лужа до вас не добегала. Вы ебанулись, что ли, блядь? Я с ДК, нахуй.
Я не могу нахуй. На пул дайте там что-нибудь, ёбаный в рот. Добейте это говно. Не подходите, милики, ёбаные ногти нахуй. Кто там, блядь, по ужин пронёсся так, блядь? Я ебу, я не видел нахуй, я как количество мобов увидел, мне что-то не до этого было, блядь. Не хильте нахуй. Я под луч пошел в пизду, блядь. Там такая ж хуйня происходит. Док, ёбаный рот, блядь, ну ты-то куда? Трепещите, смертные. Конец близок. Блядь, со своим ПВП совсем, что ли, мозг атрофировал себе, ну? 25. Ну, давай я вместо него сейчас залечу. У нас сколько статиков сейчас действенные, нахуй, десяток? Один, второй, все. У нас и Фарина перестал десятки водить и срез, да? У нас йога только второй статик закрывал, и вот что мы, ну, что Слава собирал, и все. Не, первый тоже закрывал. Первый закрывал, да? А из первого тут народу много? Видите, он лучше вообще повесит. Так, блять, ладно, нахуй, я промолчу. Потому он дед пишет. Отойдите. Да не обязательно перебегать, просто назад отошли бы и все. Ну, Юрчело,
Не стесняйтесь, нахуй, наебенить по нему. Лучше, блядь, одного держать до кашки, нахуй, чем двоих, троих. Вот сейчас нормально, сейчас пробегите, вот сейчас сколько места свободно, пробегите, бегите, бегите, бегите. Вот тут встали, вот. А он не спричь, чем там-то, таунту стал, ебать. Нет, блядь, в десятке я таунтил, похуй. Ебать, у них тоже КД, не? Похуй, да? Ладно, понял, чё. Ебать, идите вы нахуй, блядь, мне что-то все надо вкачать, нахуй. Да пошли, блядь. Кто-то таунчился, нахуй, понял? Кто тема, станьте, кто тема. Ну чё, блядь, нахуй? Да, все в куче бегают. Большого не бейте, милики. Только я подхожу. Вы идете мелкие хуярить, милики. Полный, нахуй. 12% минус. Ебать, пук дракона не умирающий, нахуй. Сдебафьте с меня. Сдебафайте с меня хуйню. Шаманы там кто? О. Порталы. Выходите. Давайте, бригада, ух. Большого не бейте, милики. Слева там, блядь, возле Мимирона. Здравомыслие восстановите. Да, да, сразу на зеленые эти встаньте вот. Учись, бежись. Большой появился ко мне все. Маленький схватил. Ну нормально, да? Выходите, выходите, выходите.
большому там каст один хранилик сбивайте, аккуратно пока. Нет, у меня не показывают проценты. Пополняйте здравомыслие. Сбежитесь, сбегитесь! Блять, Рогас. Сигора. Меня схватили. Аккуратно, короче, проходите. Это да, это слабовато, но. Выходите. Фарину закиньте, Геру, нах. По смысле, уже Геру не надо. Надо было раньше, если так подумать. Есть. 85. Во время смеха идет каст, отворачивайтесь все. Следите за своим здравомыслием.
только появляются новые, ханты напуливайте лучше. Да-да-да, роги тоже. А то пук дракона так умер. Гера будет сегодня? Была, да? Была. Сколько там до берсы? Ну все нахуй, пацаны, и вы к нахуй проходку вам. Просто... Много там ачивок людей налутало. Мы что, так у всех? Лё, походу мы, это у нас первое этот убийство. Это первое нахуй закрытие, ребят. Осколок сразу Владимира, да? Осколок, да. Грудь ему нахуй не нужна, типа. Там уже, блядь, пусть колят кому чё. Шаманами, шаманами. Ну как, блядь, один сакет всё-таки. Блядь, спина, ебать, какая. Ну не скажи, блядь, Аверну она нахуй зайдет на изи, блядь, наверное. Критических сколько? 30, а, нет, нихуя, блядь. Не зайдет, но, верно, лучше, блядь. Чё там? Ну, плюс-минус. Чё там? Так, прист. А прист какой? Кто прист? Кто прист, а кто лок? Я нахуй ни того, ни того в рейдах не видел. Похуй поэтому. Еще сотку всем. ФК, ФК за то, что. Гильдейские. Но мы впервые его убили. А ачивки откуда появились? Мы не убивали. Мы его трояли там до трех, чи до двух лямов. Ему оставлял и умирали. Это десятки убивали. 25-ки? Нет, это первый убийство 25-ки.
Ну, факт. Просто мы в 10.